К 2024 году жители Чердаклинского района получат качественную воду. Такие прогнозы дают местные власти, судя по всему, опираясь на результаты федеральной программы «Чистая вода», к которой район подключился 2 года назад. Чтобы отфильтровать воду от большого содержания железа, работы разделили на 3 этапа. Первый позволил расширить Архангельский водозабор, что увеличило объем воды, поступающей на фильтровальную насосную станцию Левобережья. На втором этапе предусмотрено строительство водовода порядка 12 с лишним километров. Выполнено строительных монтажных работ порядка более 80%. По контракту мы должны закончить работы к ноябрю месяцу, но мы планируем закончить работы в течение августа к 1 сентября. Таким образом, к осени чистую воду станут получать жители поселка Октябрьский. Проект по строительству третьей очереди водовода прошел государственную экспертизу. Согласно этому плану, чистая вода дойдет до населения Мирного и Чердаклов. Помимо этого, те населенные пункты, которые так называемые малые, до 500 человек, мы продолжаем работу и при поддержке областных парламентариев и депутатов Государственной Думы от «Единой России» мы на протяжении 2 лет ремонтируем по 10 объектов. Это и скважины, и башни. С ходом работ по строительству водовода ознакомился депутат Государственной Думы Владимир Кононов. Парламентарий еще раз подчеркнул, что низкое качество воды в Чердаклинском районе – давняя проблема. Ему жаловались и продолжают жаловаться жители еще со времен предвыборной кампании. Вы знаете, можно много говорить про искусственный интеллект, про киборгов, про роботов, про квантовые технологии. Но если у человека не будет чистой воды, то он ничего это не сделает. Поэтому, ну, как говорится, хлеб всему голова. Я бы еще добавил и чистая вода. На реализацию 2-го этапа проекта в этом году направили 29 миллионов рублей. Рената Льгулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ из Чердаклинского района.